«Динамо» обеспечила Гармаша и его семью охраной. Киевский клуб обеспечил Дениса Гармаша и его семью охраной после того, как его автомобиль расстреляли неизвестные. Член исполкома ФУ Артем Франков сообщил, что киевская «Динамо» обеспечила Дениса Гармаша и его семью постоянной охраной после инцидента с расстрелом автомобиля футболиста. Напомним, во вторник, 5 декабря, в Киеве обстреляли автомобиль футболиста «Динамо». Позже появилось видео с камер наблюдения, где обстреляли машину полузащитника. Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по СТ 296 «Хулиганство». Ранее сообщалось, что причиной обстрела стали долги футболиста за игру на тотализаторе, но сам футболист опроверг эту информацию. По материалам сайта news.com.